Привет всем подписчикам моего канала, с вами Карандашик. Сегодня мы будем играть Remax Evo, или Remax Evo, не знаю, как правильно. Так, это от разработчиков Агарио, Слизарио, Дейбио и от всех остальных. В общем, эта игра мне больше нравится, чем Агарио и все остальные. Это очень прикольная игрушка. Нажимаем play. И давайте сейчас. Нам нужно также самое собирать вот эти карточки. Так, собираем эти же какашечки. Все так же самое. На первом месте у нас 1000 имеет чувак. Чтобы убить человека, мы должны нажать просто мышку, и мы пукаем такой вот штукой, и кто врезается в нее, видите, умирает. И потом мы его съедаем. Все. Ну, видите, они пытаются меня. Но где-то здесь я видел чувака, который побольше. Во, смотрите, какой огромный. Хочу сейчас пухну. Опа, все. Чувака захавал. Я на четвертом месте. Красота. Так, очень интересная игра. Мне она очень нравится. Так, сейчас будет для меня дорываться. Давайте пойдем. Смотрите, как можно иногда угорать. Смотрите. Едем прямо за мной. Нет. Уже далеко от меня. Успею кувырнуться. Опа, убил друг друга. Так. И давайте убьем сейчас фиолетового. Так, фиолетовый. Ой, его уже залили. Вот эти вот шпингалетики тоже сливают, блин, хорошо сливают. Вот так вот. Всех посливал на шестом месте. Сильно зажимать нельзя, потому что убиваешь. Как сказать. Себе тратишь очки, а ты за свои очки. Так, он чуть подвисло как-то. Давайте графику на легенькую поставим. Может, меньше будет падать. Да, меньше лагает. Так, все так. Записи почему-то у меня подлагивают. Так. Ну давай. Так, не убил меня. Так, синий фон. Опа, я убил первый. Это какое было место? Не знаю, какое было место, но я его завалил. Он был очень огромный, как вы видели. И очень прикольно, можно валить всех. Любое место, любые... Блин, козел. Так. Вот этого бы я смог завалить, если бы я сейчас скушал хотя бы... Ну да, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, десятую, двадцатую, тридцатую. Вот сейчас мы его завалим, хотите, мы его завалим. Ах, козел! Сейчас мы будем всех валить, всех больших будем валить. Тут очень прикольно то, что может очень хорошо валить больших. Так, а ну-ка, давайте, хоть один подойдите сюда. Я хочу дойти до первого места. Хочет быть карандашик number one. И давай. Ну, едем. Покушать молочка. Так. Давай, на первом месте у нас 953 очка. У меня сейчас 255 очков. Я на 9 месте. Пошел вон, ты меня съешь. Так. Давайте же найдем хотя бы первое место, ну или хотя бы побольше, кто нас будет. О, где-то там что-то там происходит. Ну-ка идем посмотрим. Кипиш. Ох, блин, забыл нажать против. Ничего страшного. Ух ты, вот так вот иногда по краям вздыхают просто люди. И надо аккуратненько сейчас подойти и забрать. Ну, почти аккуратненько я забрал. Так. Вот всегда самое лучшее ездить по краям. Ой, вот он первый раз. Нельзя пока было. Вот тут по краям всегда очень много валяется трупаков. Не знаю почему, они вот просто берут тут бортики, врезаются, и вот как я. Так, блядь, вон видите, взял труп сейчас. Этот труп взял, вон видите. Вот самоуничтожились. И вот так вот просто ездите по краю и все. Опа, давайте его завалим.
вот так вот делаешь и все. Чувак был на первом месте, походу, уже не на первом месте. Все, я на первом месте, ребята. Как же это было быстро. Ба-бам. Еще один. О, умерли. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Буду пилить очень много видео. Сейчас я вернулся уже, все. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.